На теннисных площадках в Олимпийском парке параллельно проходят сразу два турнира. На соседних кортах сражаются участники соревнований «Звезды Кубани» и «Сочи Кап». В «Звездах Кубани» за медали ведут борьбу уже опытные взрослые теннисисты, женщины и мужчины. Я могу сказать, что состав очень представительный, несмотря на то, что в «Звездах Кубани» у нас всего лишь третья категория, не самая высокая в российском теннисном туре, но состав очень-очень приличный. Ну а турнир «Сочи Кап» имеет статус международного, и вот уже третий год подряд проходит под эгидой ассоциации «Теннис Юроп». В «Сочи Кап» участвуют девушки и юноши до 13 лет из регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и даже Франции. И в том и другом турнире медали участники разыгрывают как в одиночном, так и в парном разряде, в том числе и в миксте. Как рассказывают организаторы, после блестящей победы Весниной и Макаровой на играх в Рио мотивация у юных спортсменов стала еще выше, особенно у парников. Очень нравится, как играет пара Веснина и Макарова. Очень классно, они очень сыграны, то есть сегодня хорошо получается, мне прям очень нравится. Итоги турнира «Звезды Кубани» подведут только завтра, а вот призеров и победителей «Сочи Кап» корт определил уже сегодня. Так, золотую медаль на международном турнире завоевала сочинка Мария Шолохова. В финале она обыграла соперницу из Севастополя Аглаю Федорову 6-2, 6-4. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.